вас знает. Я пришел насчет заказа. У вас здесь, кажется, кто-то разрывает... На погосте то и дело какая-нибудь гнусь заводится. Недавно вот снова началось. Думал я, только бы... На кладбище? Не, из деревни. Тайтусь, маленький совсем. Сам бы он сюда не пришел. А я под вечер слышал, будто скулит кто-то. А что ж не вышел проверить, что случилось? Я что, дурной? Супротив чудовищ, ведьмака надобно. Поговорим о награде. Цена честная за такую-то работу. Я в таких вещах кое-что понимаю. Я проверю, что делается на кладбище. Разложение привлекло диких собак. Но ни гули, ни собаки не похищают детей. Копали без инструментов. Разгребли мотыгой? Нет. Вот следы когтей. Копали без инструментов.
Разрытая могила. Совсем свежая. Воняет старым трупным ядом. Интересно, куда меня приведет этот смрад? Здесь не жил, место для логова довольно необычное. Если это создание умеет пользоваться инструментами, то оно разумное. Или хотя бы ловкое. Магический круг из черепов. Благодаря ему монстр черпает энергию из места силы. Что-то здесь готовят, это похоже детская берцовая кость. Должна быть кладбищенская баба. Благодаря силе, полученной из черепов, она почувствовала себя настолько уверенно, что стала заходить в деревню. Если я заберу черепа, ей придется пойти за новыми на кладбище. Я ее и поймаю. Ее здорово разозлит. Осталось подождать ее ночью на кладбище. Thank you.
варит из детей суп. У моего папы тоже седые волосы. Обращусь в стрыгу. Мои черепушки. Пусть себе свои накопает. Вот она. Ah!
Я детишек вчера грибы послала. В лес! Одни! Нас, понимаешь, больно много дуба. Купать будет? Покажи мне свой товар. Прощай. Дайте мне покою! Самогону. Будь здоров. Ты приехал тут. Много. Каждый день.
Да? У тебя есть какие-нибудь тропы? Кое-что найди. Будь здорова. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Thank you.
Я пришел насчет заказа. И что? Дело сделано. Что с малышом-то? Ребенок мертв. Так я и подумал. Что с наградой? Прощай. Базарные дни, сало на телегах горой.